Фестиваль-конкурс «Золотая куница», который проходил на ВДНХ «Экспо» в течение 3 дней, завершен. Представители сфер красоты показали свое мастерство, за что получили заслуженные награды, а также продемонстрировали косметику и оборудование. Открылось мероприятие выступлениями творческих коллективов, а продолжилось модными показами. Под самый занавес события представители администрации города наградили участников конкурса подарками, статуэтками и благодарственными письмами. В мэрии города надеются, что в следующем году мероприятие станет еще более масштабным. Я думаю, у нас очень большой посыл, чтобы создать очень много действительно хороших проектов, которые будут реализованы и на следующие и будущие года, чтобы повысить профессионализм этой индустрии, а также моды. И я думаю, на следующий год мы в более расширенном составе, увидимся в этом же здании и представим еще более достойно свои профессиональные качества и услуги. Спасибо.